Здравствуйте! Разберем моносахариды таутомерия. Явление, когда вещество может существовать в виде нескольких изомерных форм, легко переходящих друг друга и находящихся в подвижном равновесии, называется таутомерией. Переходящие друг друга формы называются таутомерами, а их взаимный переход – таутомерным превращением или таутомерным равновесием. Рассмотрим это на формулах. Первая формула – альфа-D-глюкоза. Посмотрите внимательно. Группа OH в D-положении, то есть правое вращение, находится вверху, а группа OH в альфа-положении находится внизу. Это шестигранный цикл. Следующий – бета-D-глюкоза. Посмотрите, D в том же положении – группа OH, а группа OH в бета-положении вверх уже направлена, а все остальное так же, как и в первой формуле. И направлены стрелочки, обратимость показана, что только альфа-D образовалась глюкоза, сразу же перешла в бета-D-глюкозу. Бета-D-глюкоза снова в альфа-D-глюкозу. Моносахариды способны циклоцепной таутомерии или обратным внутримолекулярным реакциям, при которых моносахариды могут существовать не только в альдегидной кетонной форме, но и в циклической. Например, кристаллическая глюкоза и фруктоза имеют только циклическое строение. При растворении в воде образуется альдегидная кетонная форма. Они существуют в жидком состоянии. Рассмотрим это на реакциях. Вот циклическая форма шестигранная – альфа-L-глюкоза. Пироносная форма – кристаллическая. Посмотрите, куда направлена группа OH-L и группа OH-альфа. Это закрытая форма, а вот раскрытая форма. Альфа-L-глюкоза, открытая форма, она существует в растворе. Внимательно посмотрите, где находится группа OH, левое вращение, альфа-L-глюкоза.